Здравствуйте, друзья! Мы с вами в городе Саннивейл. И вот этот кирпичного дома, цвета домик, он на продаже. Мы сейчас пойдем и посмотрим. Видите, тут таблички всякие стоят. Пойдем глянем, что нынче продается и почем. Мы смотрим на флаер, и здесь кое-какая информация просто скрыта. Знаем мы, что здесь три спальни, значит, один туалет. Хотят они за него 1 400 000. А на какой площади, какого возраста, какова площадь самого дома? Я уже тебе сразу ничего скажу, нет. Что... Так, скажи, Светик. Вот я не была еще в доме, да? Да. Масибусенький домик с переделанным гаражом, то есть паркинг. Гаража нет еще. Гаража вообще нету. То есть они переделали, ну будет тут максимум. Скорее всего, вот это был когда-то гараж, да, они его переделывали. Да, они переделали да. его. Ну, пойдем посмотрим. Что такое очень страшненькое, конечно, за 1 400 000. Это не важно. За кусок земли. Друзья, те, кто думает, что деньги берут за дом, это надо сразу вас предупредить, что это вот как на Рублевке. Представьте себе, вот этот же сарай стоит на Рублевке. Будет ли он стоить дешево? Положи, брат, от того, что он, допустим, невзрачненький. Нет. Ну что, тут внутри риэлтор есть, ну, помощник риэлтора. И они нам какую-то информацию посмотрели. Значит, участок... Почти 6 соток, почти нету 6. Да, 49-го года дом. Да, Светлана очень точно сказала мне, что года, наверное, 49-го. 49-го года постройки. Где-то 1000 скверфитов, ну, скажем так, до 100 квадратных метров. Но это потому, что они не включили туда гараж. Гараж не положено включать, но немножко больше на самом деле, потому что достроено... И вот гараж конвертирован в спаленку. Тут как какой-то мусор у них, вот я не знаю, наверное, они из дома сюда выкинули назад, чтобы как-то там поприличнее было, почище. И даже крохотный участок там, в котором даже нет 6 соток, он выглядит довольно большим, просто потому что дом сам по себе очень маленький. Тут вроде как, получается, место есть. Вот мы зашли с заднего двора, зашли в спальню. Тут так была дверь. Мы зашли в эту спальню. Вообще довольно странно немножко. Ну, хотя, немножко, да, припахивает. Я думаю, что это просто старый карпет на дом полу. Старый. Дом старый, карпет старый. А что там вот за дверью, Свет? Это просто это шкафчик? Шкаф. Давай посмотри. Тут еще свет не включен. Обычно, когда не включают свет, там просто шкаф плотяной. Когда не включают свет, это обычно значит, что когда его включишь, то гудит сильно. Нет, но здесь не будет гудеть. Не будет гудеть. В туалетах обычно гудит, там вытяжка, да. Ну вот почему-то здесь, да, темненько. Так, теперь. Тут вот угловая такая комната. Посветлее. Посветлее немножко, потому что, да, свет попадает. Как-то тут, я боюсь, что тут нет 10 метров. Как-то он очень маленький. Это еще с угла вход такой, понимаешь, вот не прямоугольный, а так с угла срезано. Так. Ну что, это действительно... Туалет. Ну вот действительно, эта вещь... ну вот это еще оригинальная, а вот это уже, конечно, более новая. Так, ну давайте я вам покажу, что там у них. Да, они в какой-то момент плиточку переложили. Продается, вот есть такой термин, называется у нас as is. То есть это вот как есть. Вот они не тратили деньги на ремонт, они не претендуют, что тут какие-то улучшения и так далее. Говорят, вот как есть, так и продаем. Значит, хотели они 1 400 000. Когда мы заходим внутрь, нам говорят, что цена изменилась, они уже 33 дня на рынке, и уже 1 350 000. Не сильно они убавили цену. Ну, с их точки зрения, может быть, они сильно убавили, но, в общем-то, ну вот что есть. Совершенно не значит, что им удастся продать, тем более время сейчас далеко не на их стороне. То есть сентябрь, сегодня 16 сентября, это далеко не самое лучшее время для того, чтобы что-нибудь продавать. Так, ну что, мы там посмотрели, вот тут у нас, окей, это вход. Ну да, тут у людей фотки какие-то свои семейные. Давай пойду в угол забьюсь, вот из угла, так. Так это выглядит. Окей. И мы идем на кухню. Так, вот у нас кухонька. Здесь не гранит, не мрамор. Здесь такая пленочка.
И действительно старые шкафчики, то есть вот вы видите, как делали шкафчики в 47-м, там, в 49-м году. Вот, вот так и делали. Вот это оно и есть. И раковина такая тоже. Это вот этот чугун, там с тех пор стоит тут. Да. И вот это то, что было раньше гаражом, да, вот, вот там был, был выезд, а здесь был сзади вход в гараж, вот тут. И здесь до сих пор стоит машина стиральная, машина сушильная, стоят. Ну и вот ту часть гаража, значит, они отгородили, и там у них стала комнатка. Ну, пошли посмотрим на комнатку. Вот так они, вот тут этот карпет, ну здесь вообще страшно, он выглядит, просто чудовищно выглядит. Ой, господи, боже мой, какой-то кошмар какой. Значит, в общем, тут ничего кроме кровати, собственно, и нет. Ну, еще гитара. Вот, так, кровать, гитара и всякий хлам. Наверное, музыкальные люди, у них там еще пианинка такая электронная. Эточка, что ты скажешь про этот домик? Это совершенно очевидно, что это как бы вещь на снос. Ну, понимаешь, на перестройку. На перестройку, да. Ну, практически вот как мы перестраиваем, так же тут нужно строить новый дом, потому что тут заплатки такие частичные, они как бы не помогут. Да, да. И земля есть. Да, неплохой, неплохой кусок земли, да. Почти 6 соток, но я думаю, что... Значит, цены, вот как ты считаешь? Я думаю, что цена неадекватная, потому что, конечно, сейчас все выросло чудовищно, но... Да. Мое понимание такое, что нужно подождать немножко, оно должно упасть. Оно должно упасть, причем... Вместе с рынком в целом. Вместе с рынком в целом, это произойдет, недолго ждать осталось, понимаете? Да. И поэтому, если кто-то хочет покупать, то сейчас хорошо бы кеш подержать. Давай так, немножечко. Если бы сейчас, вот, допустим, стоял дом, и ты бы сказала, ты знаешь что, Миша, давай-ка построим здесь какой-нибудь, что-нибудь сейчас перестроим. Вот за сколько бы ты сказала, есть смысл взять вот такую штуку, чтобы ее потом перестраивать? Ну, с учетом того, что все-таки дорого строить, да, да. Я думаю, что меньше миллиона, вот в пределах миллиона, это хороший, хороший. До миллиона. Сейчас со всех сторон идет разговор о рецессии, о замедлении рынка, о падениях. Причем никто не говорит, что будет это или не будет, а все говорят... Будет, вопрос когда. Вопрос когда, вопрос насколько, вопрос там еще чего-нибудь, вот такого плана. Ну,